Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В рамках параллельного импорта в нашу страну начали поставлять рамный полноприводный китайский внедорожник BAIC BJ60 по цене 6 с лишним миллионов рублей. Автомобиль отличают независимая передняя и задняя подвески, а также блокировки трех дифференциалов – переднего, заднего и межосевого. Благодаря этому машине не страшно практически любое бездорожье. Силовой агрегат состоит из 2-литрового бензинового турбодвигателя и 48-вольтового стартер-генератора. Мощность почти 270 лошадей. Для комфорта водителя и пассажиров имеются, в частности, кресла с вентиляцией, подогревом, электроприводом и массажем. Трасса 101. За 8 месяцев этого года россияне приобрели в 4,5 раза больше новых электромобилей, чем за тот же период 2022-го. А в последнем месяце лета продажи электрокаров без пробега подскочили в 8 с лишним раз. Наибольшей популярностью пользуются зеленые авто марок Zeekr, Evolut, Volkswagen, Tesla и Hyundai. В топ-5 самых востребованных моделей входят Zeekr 001, Volkswagen ID4, Hyundai EHS 9, Evolut iJoy и Tesla Model Y. Трасса 101. Функцию контроля слепых зон российские автовладельцы считают самой полезной среди электронных помощников. На втором месте по данным сервиса «Автотека» находится система автономного экстренного торможения, а на третьем – антипробуксовочная система. Далее идут система распределения тормозных усилий и система электронного контроля устойчивости ESG. А вот меньше всего автомобилистам нужны функции предупреждения о безопасном выходе из автомобиля, автопарковщик и система старт-стоп. Трасса 101. Российские дилеры выставили на продажу китайские кроссоверы Venuzze V-Online. Новинка предлагается по цене от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Автомобиль создан при участии альянса Renault Nissan Mitsubishi. В качестве силовых агрегатов используется 190-сильный бензиновый турбомотор либо гибридный двигатель мощностью 367 лошадей, привод передний. В перечне оборудования есть цифровая приборная панель, панорамная крыша, система кругового обзора, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона и так далее. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».